Мы, может быть, этого не хотим. Поэтому вот этот случай тут хорошо ложится в плюс.
Необходимо учесть, что при совмещенном, конечно, мы указываем процент оперативной памяти, который будет использоваться для кэширования. Но в случае с выделенным кэшем будут использоваться полностью все доступные вычислительные ресурсы, операционная память в окер-роли. Эти вычислительные ресурсы будут делиться только с операционной операционкой и некими системными сервисами, которые запущены на окер-ролях. Такой вид кэша, именно unroll кэш, поддерживает разные фичи, например, позволяет масштабировать кэш. Мы видим, можем один инстанс, либо несколько инстансов заводить, и будет автоматически образован ledger кластерный кэш. Можем также настраивать репликацию данных. Если у нас несколько инстансов, какие-то данные будут помещаться, например, сюда и репликироваться в другой инстанс. Это тоже можно. Также есть возможность наименованных кэшей. Есть такие фичи, как нотификация. Если чего-то плохое происходит, можно на определенные события подписаться в коде и получать колбеки на это. Еще набор фич, такие как система выделения регионов и возможность применять определенные теги каким-то конкретным айтемам в кэше. Вот это коротко о unroll кэше. Еще одна опция, которую Azure предоставляет, это... Можно вопрос? Да. Мы о каком кэше говорим? Это KV-ю кэш? А? Это KV-ю кэш? Да, я скажу. Да. Вот. Следующая опция – это управляемый кэш-сервис. По сути, фичи – это уже кэш-кэш-сервис. Он может быть доступен куда угодно. Соответственно, если у нас несколько деплойментов, вот нам сервис, выделенный под кэш, и будет доступен везде, где нам надо. Фичи, по сути, поддерживают такие же, как unroll кэш. Мы также можем его масштабировать, но масштабирование тут проявляется и добавлением, либо вырезанием каких-то инстансов, а именно изменением плана. То есть, мы, например, выбираем, что мы хотим использовать базовый план там, и 200, например, мегабайт, кэша. Вот такие вещи можно делать, но необходимо учитывать, что если мы вырезаем план, например, вместе с 200 мегабайт, то хотим использовать, то какие-то данные будут потеряться. Вот. Единственное, что тут добавляется, это secureness, то есть добавляется Secureness, посредственно соединение плюс Access токены. И также Microsoft тут вот предоставляет SLA. В случае с unroll кэшем никакого SLA нет, это внутренние сервисы самой микрокласса, которые никак не покрывают. Следующая опция, которую Microsoft недавно анонсировал, это Azure Redis Cache. По сути, это взяли Redis определенной версии, адаптировали под Azure, правда, с определенными сокращениями, о которых мы поговорим, и разместили Azure, плюс сверху положили механизмы аутентификации посредством Access токенов, плюс возможность подключаться по SSL. Также дают возможность мониторить через веб-портал сам кэш по определенным диагностическим метрикам. Плюс также эти данные можно редривать в прямую сторону, если надо. Плюс есть возможность, то, что Microsoft предоставляет, такой функционал алертов, то есть есть возможность подписаться на какие-то критические ситуации, когда нам на email будет приходить нотификация о том, что вот у вас что-то там произошло, и, соответственно, предпринимать какие-то действия. В зависимости от плана предоставляется high availability, которая достигается репликой, которая, опять же, поговорим позже, и да, дают SLA. Вот. По-быстрому давайте по порталу пройдемся. Я покажу, что это такое, как это выглядит вообще с стороны портала. Для того, чтобы создать Azure Redis Cache, нам надо нажать на кнопочку «Создать». Это новая версия портала. И тут так, выбрать Data and Storage, Cache Redis. У нас появляется, вводим какое-то DNS имя, тут выбираем ценовую категорию, какая нам надо. Об этом тоже поговорим, какие категории могут быть и так далее. Выбираем расположение, создаем. Создавать не буду, потому что занимает около, наверное, 20 минут. И посмотрим в итоге уже созданный кэш внутри, что нам портал предоставляет. Так, секундочку.
Так, вот, вот, к примеру, есть у меня созданный кэш. Тут мы можем увидеть, есть сразу снизу, можем увидеть, что есть мониторинг. Для того, чтобы у нас сразу, когда мы ставим Redis кэш, по умолчанию мониторинга никакого не включено, нам диагностику надо самим ручками включить, для того, чтобы это заработало. Вот. И тут мы можем просматривать различные метрики, к примеру, вот извлечение, занесение каких-то данных. Можем посмотреть, что в какой-то момент времени выполнялись какие-то операции, посмотреть, какие алерты привязаны к данному типу метрики. И можем увидеть, что я тут создавал определенный алерт на то, чтобы когда больше одного клиента кэша подсоединится, чтобы мне пришло уведомление на email. Я могу, в принципе, показать, что оно приходило. Показывать? Нет? Интересно? Нет? Могу не показать. Короче, приходит. Мне интересно было работать. Нет? Вот. В общем, различные метрики. Тут, наверное, в детали вдаваться не будут. Можно посмотреть все, что захотим. Вот. Дальше параметры. Сразу скажу, что настраивать Redis, Azure Redis Cache, который, по сути, есть Redis, есть Redis, мы можем только через портал, они полностью закрывают команду config, которая для Redis создана, для конфигурации. Они создают со своей какой-то конфигурацией Redis, и все, что мы можем настроить, только через портал. Сейчас мы посмотрим, что мы можем настроить. Какие дефолтные настройки? Первое, около 16 баз данных на одну ноду, плюс вроде бы ограничение на 10 тысяч клиентов, одновременно подключенных, и там еще всякая интересная штука. Можем посмотреть свойства, тут увидеть имя узла, где наш кэш развернут. Опять же, это тоже кэш as a service, так же как managed кэш сервис. Можем увидеть, что у нас для конкретного кэш сервиса у нас подключено два порта, где расположено, и увидеть версию Redis, которая сейчас развернута, которая сейчас вообще работает. Ключи доступа. Посмотреть для подключения, при подключении к Redis вообще работал там с Redis, нет? При подключении к Redis можно использовать Redis Client, такая называется штука, и там отдельным параметром указывается пароль для подключения. Ну вот нам надо использовать основной ключ для этого. Порты доступа, ну да, тут можно разрешить либо отключить SSL. Диагностику, в принципе, я показал, как ее вот тут можно выключить, включить. Ничего интересного. Интересно вот это, что политика максимального объема памяти. У нас может произойти такая ситуация, что памяти не хватает на кэше, и мы дальше там, кто-то чего-то пытается пушить, и вот тут вот можно настроить, как к нашему Redis кэш сервису действовать. По умолчанию включена политика, где происходит вытеснение ключей со сроком действия по времени использования. В принципе, каждый может это посмотреть. Вот. Но когда у нас есть также еще политика, ничего не делать. То есть вытеснения нету, если кэш переполнен, то нам возвращаются какие-то ошибки. Соответственно, когда мы посылаем какую-то команду на Redis кэш, если у нас есть какая-то политика вытеснения, то наша команда выполнится, но, возможно, произойдет какой-то delay, пока произойдет очистка, почистка памяти. Если мы вставляем новый eviction, то у нас просто наша команда будет режеться. Вот, в принципе, по-быстренько пострели, чего такой портал. Сейчас я переключусь. И поехали дальше. Там, в принципе, в портале это очень такое интересное. Azure. Посмотрим сейчас, какие фичи нам Azure Redis Cache дает и ограничения. Так, по-быстрому, что вообще такое Redis? Вот Женя правильно вопрос дал, что такое, какие кэш-сервисы, какие кэш-решения мы рассматриваем. То есть Enroll и Managed Cache Service это решение, которое нам позволяет. Это простые key value memory хранилища. Они нам позволяют хранить key value какой-то там битовая последовательность, сериализованные какие-то данные. Все операции, которые нам доступны, это положить, удалить, добавить, остановить там. Ну, именно над кэшем, я не говорю о фичах, которые сверху кэша построены. Redis, в свою очередь, это нечто более чем кэш, на самом деле. Ну, это кэш, но это что ли такой крутой кэш. Вот, он содержит ряд типов, которые могут храниться как значения, и предоставляет набор атомарных операций, которые над этими типами могут выполняться. Мы об этом поговорим. То есть это, по сути, полноценный data structure memory
сервер. Вот. Давайте поговорим о какие фичи поддерживаются. Так как Azure Redis — это Redis Azure, поэтому мы поговорим, по сути, про Redis. Вот. То есть что поддерживается реально? Первое, про что я хотел поговорить, это про ключи в Redis. Это, по сути, строки, которые могут занимать до 500, максимум 512 мегабайт. Но они могут храниться, они реально хранятся как просто байтовый набор, то есть байтовая последовательность. Соответственно, там можно хранить как строки, как и файлы, чего угодно. Вот. Но именно при выборе структуры ключей необходимо учитывать следующие особенности. Первое, длинные ключи для кэша — это плохо. Плохо почему? Ну, первое, много памяти сжирает. Это да. Второе, поиск по ключам будет занимать больше времени и ресурсов. Тоже факт. По сети тоже надо больше, будет, во-первых, проседать пропускная способность сервиса, потому что нам надо больше передать. Вот. И трафик увеличивается. В тот же момент, давай вопросы потом. А он ищет по хэшу или весь ключ целиком сразу? Хорошо. Вот. В тот же момент короткие ключи тоже плохо. Почему? Вот, к примеру, в скобочках ключик какой-то. Никто не поймет, что это за ключ, да? То есть читабельность вообще никакая. Поэтому мы, по сути, можем за место вот этого ключа написать другой юзер, двоеточие, там, 1000, двоеточие, followers. Читабельность увеличится, объем памяти занимаемый минимально. Поэтому при выборе структуры ключа необходимо именно найти, чтобы правильный баланс между размером ключа и читабельностью. Также одной из практик хороших является это применение некого шаблона ключа. Вот, например, в скобочках это object type и двоеточие ID. Например, user, двоеточие ID. Читабельно, ясно, занимает мало места. Следующая тема — это типы, которые поддерживают Redis. Самый простой тип в Redis — это строки. Так же, как и ключ, занимает максимально 512 мегабайт. По сути, когда мы храним строки, мы храним маппинг строки на строки. То есть ключ — строка, а там строка. Можем хранить там чего угодно. Сериализованные какие-то данные в виде JSON, XML, файлы. Просто какие-то там 1, 2, 3 значения. Да? И в тот же момент, хоть это самый простой тип данных, но Redis предоставляет набор операций, атомарных, которые мы можем применять над этими типами. К примеру, команда инкремента. Да? То есть если мы там будем хранить value единичку, мы вызовем эту команду, и у нас Redis достанет эту строку, сконвертит ее к интежу, увеличит, и эта операция будет потоком безопасна. Также можем доставать часть строки, то есть апстрим какой-то, вставлять какой-то кусок строки в середину, к примеру. Все это поддерживается. Применять где можем, где угодно, на самом деле. Как я говорил, уже можем и файлы хранить, кэшировать, потому что мы страницы. То есть, к примеру, Microsoft сделал там поддержку провайдеров для Alpha кэша с .NET. С .NET работает? В общем, нормальная штука. Можно файлы там хранить, есть готовые решения с .NET, которые, готовые провайдеры для хранения output кэша и самих страниц. Полезная штука. Дальше следующий тип — это листы. Набор строк, которые отсортированы в порядке вставки. По сути, это списки. Это не массивы, это списки. И их особенность в том, что Redis предоставляет, дает, если у нас очень много данных, и мы будем вставлять данные либо в начало, либо в конец списка, то время операции будет константным, независимо от того, сколько у нас там данных. Вот такая фишка этого типа. Максимально можно хранить около чуть больше 4 миллиардов айтемов, в этом списке. Применяться может, к примеру, такой функционал можно реализовать с помощью списков, функционал сохранения последних постов пользователей социальной сети. Они по мере создания последних 100, например, да? По мере создания каких-то постов, у нас список будет наполняться, потом когда будет 101
вызывать операцию Trim, у нас будет список почтяться, и все время будет 100 последних постов. Очень удобно, работа просто быстрая. Также можно реализовывать с помощью листов Publisher Consumer Messaging парадигму. У нас будет какой-то паблишер, он в лист пихает чего-то, с другой стороны списка, ну, то есть с конца какой-то у нас сабскрайбер, ну, какая-то walkie-walkie, что-нибудь угодно, да, какой-то джобер, который достает месседжи и обрабатывает. Ну, это дело даже можно масштабировать вокруг этого листа, если мы хотим. Вот, такая интересная штука. Следующий тип — это сеты. Это набор несортированных строк. Это уже как раз таки больше, ну, массив. То есть, по сути, его особенность в том, что если у нас очень много элементов, мы можем вставлять, удалять, модифицировать данные в середине массива, и время выполнения этих операций, опять же, будет константным. Вот. Где можем использовать... А, плюс, забыл сказать, что он поддерживает уникальное сохранение всех значений. То есть, если мы захотим что-то добавить, какое-то значение там, которое там уже существует, то он просто ничего не сделает. Поэтому не надо все время проверять, там, есть он существует, добавляет, надо. Поэтому вот мы вот эту штуку, в принципе, можем использовать для того, чтобы реализовать функционал по счету уникальных IP-адресов, по которым пользователи либо пользователи, ну, пользователи, да, подключаются, например, какой-то странице. Работать будет быстро, все в памяти, не надо на базу для этого. Дальше кэш. Это, по сути, dictionary, который позволяет хранить field value, пары. Очень хорошо подходит для того, чтобы хранить объект в виде dictionary на, именно в Redis. Ну, что тут сказать, то есть тут он тоже там быстро работает. Если у нас, если цифра говорит, то если у нас около, например, 100 field, вернее, field value пар, то мы на очень маленьком Redis instance можем хранить около миллиона объектов вообще без проблем. Плюс в одном кэше может храниться около, также около 4 миллиардов именно пар, то есть для одного кэша. Следующий тип, еще один, это sorted set. Это типа advanced type в Redis, который своего рода такой микс между сетами и хэшами. Он позволяет хранить коллекцию, но айтемы коллекции это будут какая-то строка плюс score. Score используется, это некое целочисленное значение, которое используется именно для сортировки. Вот тут вот, если у нас много данных, и мы пытаемся чего-то там ставить куда-то, либо удалить, селективный список, например, операция может чуть-чуть быть медленнее, чем в сетах, но потому что в этих сотах сетах уже хранятся данные в отсортированном виде. Это нам позволяет брать отсортированные данные в середины списка, там, без конца, и это все будет работать, ну, просто очень быстро. Еще есть bitmap, такая штука. Это, по сути, не как не тип отдельный, а как бы набор операций для строк. У тебя уже думаю, что строки хранятся в виде последних 10 байт, поэтому мы, по сути, можем хранить строку в виде битов 1, 0, 1, 0. И вот Redis предоставляет набор определенных операций, которые мы можем применять к битам. Например, там, задавать там 1, 0 где-нибудь, да, там, либо возвращать какой-то range, чтобы единичек, откуда из середины строки. Очень интересная штука, она позволяет в ситуациях, когда нам надо хранить какие-то логические данные, экономить место оперативной памяти. Ну и, соответственно, что это все оперативная память, но не надо добавлять. Конкретно, например, у нас есть, к примеру, пользователи какие-то, у них ID-шки это инкрементные значения от единички там, до там, сколько угодно. Также тоже там, больше 4 миллиардов битов может храниться. И нам, например, надо реализовать функционал, где там надо чекать, там, можно, надо ли там пользователю какому-то отсылать e-mail на что-то там, либо нет. Вот битмапы нам помогут. Можем хранить 1.0, и начиная с начала строки, это будет сопоставление какого-то пользователя, например, самого первого в нашей системе. И таким образом реализовать такой функционал. И последний тип walk-walk, такая штука, которая позволяет нам реализовать подсчет уникальных вещей очень эффективно и с
наименьшей затратой памяти. Ну так, по маленькому теории, то есть если для того, чтобы нам посчитать уникальность чего-то, нам надо памяти примерно столько, ну то есть пропорционально количеству элементов, которые мы хотим посчитать. И вот этот вот тип данных, он использует специальные алгоритмы, не знаю, как они работают, но суть в том, что для того, чтобы нам посчитать уникальное количество чего-то, будет выделено максимум 12 килобайт памяти. К примеру, мы вставляем, это по сути, к нему применяются такие же операции, например, добавление, там, да, скажи мне, сколько там уникальных айтемов у тебя, и мы когда вызываем добавление там, какого-то айтема, он реально этот айтем не добавляет в память, он что-то там делает, и в итоге, когда мы скажем, скажи, сколько у тебя уникальных значений, он скажет. Вот такая штука. А где, ну, пример применения, ну, нам надо, к примеру, реализовать функционал, я не знаю, к примеру, подсчет уникальных каких-то запросов, которые пользователь делает каким-то ресурсом. Вот эта штука займет очень мало памяти и будет нам решать нашу проблему. Но опять же, это будет все в памяти. Вот такие вот типы есть, такие фишки в Redis есть. Я сделал, подготовил большое приложение, в котором продемонстрирую, как это, ну, какие-то из типов. Ну, вернее, не большое. Вот. А какие типы я тут завязал? То есть у нас, что мы тут можем делать для начала? Мы можем какую-то новость ввести, к примеру, я не знаю, какой-то description, и можем выставить рейтинг для этой новости. Ну, предположим, что ту новость, которую мы создадим, рейтинг будет какими-то другими пользователями сдаваться, ну, типа, пусть это день для того, чтобы прямо продемонстрировать. Мы тут видим, что вот есть уже две новости, тут показываются последние 5 новостей, а тут 5 топовых новостей. Мы видим вот ID-шка, ну, вот тут вот, да, 1-2, а тут наоборот, 1-2. То есть видим, что тут рейтинг 0 и на минус показывается. Зададим, к примеру, этот, для этой рейтинг, не знаю, 23, зададим новость, и новость создалась. Она вот тут уже вверху по рейтингу, ну и последняя добавленная. Давайте попробуем другую какую-то новость. Ну, я что-то не выдумываю, всякую фигню провожу. И зададим рейтинг 3. Зададим новость, и увидим, что вот она последняя, но по рейтингу она вторая. Что использовал для этого? Давайте посмотрим. Там видно вообще, нет? Плохо видно сейчас. Значит, функционал вставки. Первое. Я завязал стринги. Тип стрингов для того, чтобы хранить там ID-шку новости и использую команду инкремента увеличивать ID-шки для новостей. Вот мы видим, что мы берем, вызываем команду инкремента для какой-то для news ID key, это ключ в кэше, и увеличиваем единичку. Вот при создании у нас тут будет уже ID-шка для новой новости. Дальше я завязал хэши для того, чтобы хранить сами новости, объекты новостей. Ну вот, я тут написал небольшой маппер, который перегоняет объекты в специальной сущности кэш-энтри, как это называется. И в итоге эти данные хранятся там. Также завязал я листы для того, чтобы реализовать функционал показа последних созданных новостей. Тут мы видим, что я добавляю начало списка сущностей и также делаю trim команду для того, чтобы в этом списке было все время 5 записей. Также завязал еще сорт-сеты для того, чтобы хранить записи такого рейтинга. Вот. В принципе, вот оно вот так вот выглядит, так работает. Кто-нибудь видит ошибку в этом коде? Нет? Ну, нет, не ошибку, как можно было бы его улучшить. Ну ладно. Вот улучшить как? When all you а? Task when all вместо await. Что сделать? У тебя несколько await'ов подряд. Можно все это запихнуть в task when all, и тогда они друг друга не будут. Красавец, скажи. Да, в Redis есть такое понятие пайплайна, то есть у нас запросы, когда нам надо выполнить несколько команд, они первое могут выполняться последовательно, второе мы можем все, ну то есть последовательно, то есть одну выполнили,
пришел ответ, вот это будет сделано синхронно, то есть мы как бы поток отпустим, а если нетовский, да, то есть обратно в пул, он для другой реквест обслужит, но в тот же момент у нас операция будет долго выполняться, операция вставки, так как команды будут последовательно выполняться. Поэтому в Redis есть такая штука пайплайна, это когда мы быстренько отправляем без ожидания ответа все команды, он в итоге внутри себя эти команды обрабатывает, формирует ответ и ждет их одним способом. Реализуется как раз таки вот, когда мы так вот await не пишем, а просто отправляем, забываем, формируем таски, потом через task wait all ждем, когда все таски закончатся. То есть мы в параллели сразу послали, все работает быстро. А дальше, как сами новости ретриваются, мы тоже можем глянуть, мы берем из листа последние, ну просто с конца, с начала листа 5 новостей. А тут у нас эти вот новости, сейчас так вот, наверное, лучше будет видно. Берем новости из сорта сета, и потом, вот тут уже по-нормальному сделано, типа, ждем все таски и так далее. Вот так вот эта штука работает на практике. Вот. Дальше, чего еще Redis нам дает? В нем есть поддержка транзакций. Вот эти вот команды, мультик, Z, Discard, Orchard, основные, это как раз те команды, которые позволяют реализовывать транзакции на уровне Redis. И когда мы вызываем команду мульти, транзакция, ну это означает, что мы открываем транзакцию. Дальше у нас есть какой-то список команд, и когда мы вызываем Z, эта транзакция выполнится. Если мы вызываем Discard, то вся транзакция отменится. Про Orchard поговорим чуть позже. Как вообще транзакции работают? Транзакция гарантирует то, что команды будут выполнены последовательно. Как это реализуется? Когда мы вызываем команду мульти, идет ссылка на Redis сервер, что мы хотим открыть транзакцию, и все команды, которые будут после мульти, Redis команды, они сериализуются, отправляются на Redis, и на Redis формируется очередь для транзакции всех команд, которые надо выполнить. Если мы вызываем exec, тогда все транзакции махом выполняются. Если discard, то это очередь она очищается. Также транзакции в Redis гарантируют то, что все операции, все команды будут выполнены атомарно, то есть без изоляции друг от друга. Но при выполнении транзакции могут произойти ошибки. Ошибки могут произойти в нескольких следующих ситуациях. Первое, мы открыли транзакцию, у нас сформирован какой-то список команд, которые мы хотим выполнить. И до команды exec, когда мы уже хотим реально выполнить транзакцию, у нас могут произойти ошибки. Это первый случай. Почему они могут произойти? Первое, это, неверные аргументы передались в команду, да? По сути, это ошибка программиста, да? Мы сделали так. Либо у нас критическая ситуация, у нас памяти не хватает, мы настроили, чтобы политики удаления ключей это не было, и нам просто ошибка тоже получается. В данной ситуации клиенты, которые работают с Redis, с клиентами, я имею в виду код, фреймворк, который построен вокруг Redis, они в основном отлавливают эту ситуацию, то есть с командой приходит ошибка на сервер, и они вызывают команду discard, которая полностью очищает очередь транзакции. Но если у нас после вызова команды exec происходит какая-то ошибка в процессе выполнения команд, то никакого роллбека не происходит. То есть если какая-то команда отвалилась, все, это не отработало, идем дальше, остальные все выполняются. Вопрос, почему они не сделали поддержку роллбека? Есть несколько аргументов, в принципе, я с ними согласен. Первое, это то, что ошибка может произойти в данной ситуации, как она все работает, по вине программиста. То есть когда, как я уже говорил, когда неверные какие-то аргументы передаются, либо еще что-то. И в принципе такие ситуации надо отлавливать до продакшн, то есть на уровне девелопера. Второй аргумент это то, что просто работает намного быстрее, если функционал транзакции. И следующая штука, которую еще транзакции дают, это возможность реализации оптимистических блокировок на уровне ключей, либо на уровне филдов хэшей, что по сути тоже типа ключей. То есть мы можем при использовании команды watch мы указываем какой-то ключ, либо какое-то условие с ключом, которое будет отслеживаться, если что-то условие не выполнится, либо ключ изменится, транзакция будет отменена. Простой пример, где это можем использовать, к примеру,
реализация оптимистического апдейта с оптимистическим concurrency какой-то сущность. То есть у нас есть какие-то власти, на практике покажем, я то, что я сделал на демо. Да, у нас есть news, какая-то модель, которая есть field timestamp. По сути, это timestamp, это field, который мы будем использовать для реализации статистической блокировки. Мы создали сущность. Вот мы ее создали. Дальше мы взяли timestamp сущности. И дальше мы пытаемся обновить сущность с использованием таймстемпа, который использовался при создании. В данной ситуации у нас, по сути, обновление должно пройти. То есть транзакция не должна быть каждая. Она вот выполнится. Да. А вторая ситуация, когда мы таймстемп заменили, и по сути у нас уже таймстемпы будут разные, что на клиенте, что на сервере, и, соответственно, апдейт должен пройти. Давайте проверим, так ли это. Так, ну вот выполнился, вот тут видно, что вот первая транзакция — это обновление транзакции с таймстемпом, который был на клиенте и на сервере одинаковый. Вторая транзакция — это когда у нас таймстемп разный. Где я разный создал? Наверное, не заменил таймстемп. Заменил? Нет, вроде заменил. Да. Вот первая транзакция прошла, вот я не видно, там я что-то не тут, да. Вот, а тут вот. Вот так эта штука работает, ну, в принципе, полезно. Еще какая тема есть, это Lua-скрипты такие, это по сути интерцептор, который встроен в движок Redis и позволяет писать какие-то скрипты, которые будут выполняться на стороне Redis. Например, если у нас по умолчанию все скрипты выполняются в рамках одной транзакции и атомарно. Поэтому это по сути как некий историк посвященный на SQL. Если у нас много там каких-то команд, то чтобы, скажем так, сеть не нагружать, мы можем это все дело собрать, одним скриптом отдать, все там выполнится атомарно и нам придет ответ. Эту штуку тоже можно использовать для обеспечения транзакционности и атомарности. А следующая тема для Redis, такая интересная штука, PubSub, это вот команды ключевые для этого функционала, это по сути реализация publish-subscribe на уровне Redis. Причем все месседжи publish, ну, все знают, что такое, да? Publish-subscribe мессенджерный парадигма. Ну, то есть у нас, к примеру, есть какой-то компонент, который хочет общаться с компонент А, который хочет общаться с компонентом Б. И вот для того, чтобы они напрямую не общались, чтобы развязать систему, мы можем сделать такую штуку. В случае с Redis у нас компонент А пикает месседжи в какие-то каналы, один канал, либо несколько каналов, и субскрайбер подписывается на каналы с другой стороны и получает месседжи и обрабатывает. То есть таким образом мы полностью развязываем систему, что увеличивает саму масштабируемую систему, мы можем масштабировать отдельные компоненты каких-то каналов, и в принципе это все будет работать. В случае с Redis месседжи, они передаются в памяти, никуда не сохраняются. Соответственно, если какой-то субскрайбер отвалится, а месседж пошел в канал, и потом он восстановится, то он уже этого месседжа не получит. Но зато работает очень быстро. Поэтому при использовании вот этой штуки надо думать, надо вот это либо нет. Ну, то есть в зависимости от ситуации. Ну, к примеру, надо нам послать email, мы отошлем, он или нет, либо заэкзекировали месседж, субскрайбер живой, он отошлет email. И очень быстро работает. Также мы можем подписываться со стороны субскрайбера, можем делать подписку как на один канал, так и на какой-то паттерн совпадения имен по каналам. Например, у нас там есть различные категории новостей, и вот тут мы подписываемся на получение вообще всех новостей и там что-то делаем. Давайте посмотрим, как это работает. Тоже маленькая демка сделала. Все тот же пример не с транзакциями, тоже пример с этим с приложением, которое я показывал. Тут я доделал функционал отправки в канал какого-то месседжа, когда мы создали сообщение. Вот какой-то формируемый месседж. Дальше мы берем канал, название канала. Вот у меня тут константа какая-то, channel, и отправляем этот месседж. Со стороны субскрайбера я сделал вот какой-то fake email sender, который подписывается на прослушку этого канала и должен тут вот чего-то делать. В данном случае это вывод полученного месседжа на консоль.
давайте протестим, работает, потому что либо нет. Вводим какую-то новость с каким-то рейтингом, создали. Переходим на вот, на сабскрайбер и видим, что, новый, что он получил сообщение через канал. И вот, вот так это работает. В принципе, не понял, что бы так. Дальше. Вот такие фичи поддерживаются Azure Redis, но то есть это по сути фичи, которые реально сам Redis поддерживает и которые Azure Redis поддерживает на основе Redis. Вот, но есть как бы, скажем так, плохая сторона медали, это ограничение. То есть это фичи, которые Azure Redis, фичи Redis, которые Azure Redis не поддерживает. Первая из них это, ну по сути это не фича, а это вообще версия Redis. На данный момент последняя версия 3.0. Он поддерживает 2.8. Соответственно, вернее, Microsoft адаптировал текущую Redis, ну, 2.8 версию под Azure, также и под, под Windows. Соответственно, все фичи, все лошарки, которые были в 3.0, они автоматом работают. Следующая фишка, которая есть в Redis, но нет в Azure Redis, это persistence. То есть сохранение, периодическое сохранение данных на диск для того, чтобы, если у нас вдруг отвалится инстанс, потом восстановится, чтобы у нас данные не попали, потом автоматически прогрузились из бэкапа. Вот это штуки в Azure Redis нет. Поэтому при рассматривании Azure Redis, вот это надо учитывать и рассматривать Azure Redis как только кэш-сервис, но не как полноценный, что ли, дата-сервер для каких-то для баз, для приложений, где мы хотим использовать кэш. В принципе, можно саму, конечно, реализовать persistence при желании, но как Redis уже отношения не могут иметь. Так, что-то у меня тут перескочило, ну ладно, я тогда все открою. Следующая фишка, которая не поддерживается, это space notification. Что это такое? Когда у нас происходит операция, какие-то операции, там, удаление, либо expiration, либо там добавление нового, происходят определенные ивенты, и Redis внутри себя с помощью функционала publish subscribe пушит в определенные каналы определенные месседжи. Если бы мы использовали Redis, мы бы могли подписываться на эти каналы и делать какие-то действия. Это, по сути, как триггеры в редакционной базе данных. Вот эта штука не поддерживается. Дальше не поддерживаются снапшоты. То есть это слепок данных, слепок Redis, дата-сетов всего полностью на какой-то момент времени. Да, вот эта штука не поддерживается и, соответственно, не поддерживается в остальном времени из этого дампа, то есть из снапшота. Это такие большие минусы. И самый большой минус, который я обнаружил, это просто не поддерживается масштабирование вертикально и горизонтально, про которое мы сейчас поговорим. Следующая тема — это high availability и scalability для Azure Redis Service. Для начала давайте про high availability. Для Azure Redis сервиса он поставляется двумя планами. Первый — это базовый. Это, по сути, самый дешевый план. В данном случае Azure Redis сервис будет развернут на... Это будет одна нода, которая развернута на одной виртуальной машине. SLA никого предоставляться не будет. Возможны опции размера, конечно, это от 250 мегабайт до 52 гигабайт. Да. И также есть другой план, это стандартный. Тут уже сервис будет развернут на двух виртуалках. Будут там развернуты две ноды с сертификацией, асинхронные, не блокирующие. Соответственно, если у нас одна мастер, другая реплицируемая, то есть если у нас какие-то идут запросы на мастер, и в какой-то момент мастер отваливается, Azure автоматически переключит реплику на мастер, поднимет другую ноду, другую виртуалку с другой нодой для среди с нодой, и сделает ее репликой, и она восстановится из мастера. То есть вот такую штуку они поддерживают, и ну, это более дорогой план, вы понимаете, и тут же они предоставляют SLA для такого типа. Про high availability я бы еще хотел добавить такую штуку. Вот, выбор именно размера кэша. Если самый маленький — это 250 мегабайт. Когда мы выбираем 250 мегабайт, то у нас нам предоставляется Azure Redis Service, который шарит ресурсы виртуальной машины с другими процессами.
Соответственно, производительность и пропускная способность будет, скажем так, не то чтобы маленькая, не настолько велика. Вот. Но начиная с размеров 1 гигабайт, выделяется полностью изолированный потолка. Если мы говорим об 1 гигабайте размере, то будет выделена виртуалка с одним виртуальным ядром, которая будет использоваться Redis'ом и операционной системой, то есть они будут шарить между собой. Ну, соответственно, каким-то системным сервисом, который на виртуалку будет крутиться. Начиная, если говорить о виртуалках, которые больше 1 гигабайта, там уже будут виртуалки с двумя и более выделенными ядрами, и одно ядро будет выделено именно под Redis. Так как Redis это single-thread приложение, то есть, соответственно, ему как бы одного ядра будет хватать. И при, когда мы рассматриваем, что мы хотим там 53 гигабайта, надо понимать, что она будет выделена виртуалка, на которой будет одна нода, и остальные ядра будут простаиваться. То есть Redis от этого как бы не хорошо, не плохо. Но следует учитывать, что пропускная способность у больших виртуалок она будет больше. Поэтому вот это плюс. Вот. Дальше про scalability. Печальная штука, нет поддержки виртуального скейлинга. Ой, виртуального, вертикального. Ситуация. Мы взяли самый дешевый план, 250, и у нас вот там вот какие-то данные в кэш кушались. И все, мы как бы достигли диапазона, нам надо 1 гигабайт. Мы не можем только взять, нажать кнопочку, у нас там уже наш Redis кэш стал 1 гигабайт, и все данные принесли, такого не будет. Для этого нам придется заводить отдельную виртуалку, каким-то способом перегонять данные туда, учитывая то, что снапшоты не поддерживаются, когда мы можем бэкап сохранить и восстановить там. Соответственно, тут надо будет, как бы, так мягко сказать, ну, то есть, что-то придумать, как это сделать. Ну, опять же, это можно сделать, но это как бы свои силы надо тратить на это. Вот, вот эта штука вообще не поддерживается. Дальше, опять же, не поддерживается горизонтальное масштабирование. То есть, если у нас, опять же, 250 гигабайт, дальше мы достигли своего предела, и мы хотим уже увеличивать инстансы, нам не надо их величину увеличивать, нам надо горизонтальщик просто для того, чтобы понимать, типа, на них там все наиболее эффективно работает. Опять же, вот не поддерживается. Но на самом деле в самом Redis только вот в 3.0 версии они как бы выпустили кластер для Redis, который как бы, уже почти готов для продакшена. И учитывая то, что Azure 2.8 Redis разработан, ну, по-моему, то есть они никак не могли это сделать, только если свои механизмы. Поэтому мы будем надеяться, что они чуть попозже 3.0 адаптируют, туда кластер закинуть, и все будет работать супер. Вот. Но есть то, мы своими силами можем кое-что сделать. А что конкретно? Это реализовать шардинг между различными редисами. Шардинг — это когда вот у нас есть, к примеру, три каких-то редис инстанса, и мы распределяем по какому-то алгоритму различные данные в различные редис инстансы. Тем самым мы как бы увеличиваем масштабируемость нашего приложения и снижаем нагрузку на один инстанс. Вот. Как это нужно сделать? Есть первая техника — это настроение клиента это делать. Есть, я не знаю какие, но я где-то читал, что вроде бы есть под какие-то платформы, которые готовы клиенты, которые реализуют алгоритмы партишнинга данных именно на стороне клиента. И сами понимают, куда такие там данные на такой сервис закинуть. Но это как бы не очень, скажем так. Есть более лучший подход — это использование прокси. Что это такое? Это своего рода такой, получается, промежуточный слой между клиентом и между Redis инстансами, который на себя принимает запросы и сам понимает, куда какие данные надо, в какой сервер отдать. Есть готовая реализация таких проксей, например, Twin Proxy, вот, который был разработан, кстати, фильтром для ноу-кэша. Потом они там что-то прикрутили и сделали лучше под Redis, кинули в паблик. Вот. И я вот сейчас продемонстрирую, как я вот эту штуку с использованием FairProxy реализовал в Azure. Специально для передачки сделал. Архитектура следующая. В демо вот этого не будет, никакого клауд-сервиса на веб-сайта. Но суть следующая. У нас есть два Redis-сервиса. И тут одна особенность. Так как FairProxy сделан только под Linux, я поэтому завел отдельную Linux-машину в Azure, куда я установил FairProxy. Дальше я занимался настройкой его для работы с двумя Redis-сервисами, когда столкнулся с такой проблемой. Проблема заключается в следующем. При конфигурации FairProxy мы можем указывать один паспорт для пула сервисов, серверов.
Но так как у меня разные сервисы в Azure, у каждого свой ключ безопасности, процесс-контент. Вот, ну, то есть я подумал, что приехал все, значит, получается, нельзя сразу как бы реализовать такой механизм Шанзига в Azure, то есть классно сделать все. Но потом я подумал, решил, короче, сейчас хотя бы где-то там твой прокси, он написан на C, подредактировать их таким способом, чтобы явно конфигурировать его под один паспорт первый сервер. В итоге получилось сделать, я задеплоил, настроил, и в итоге у меня сейчас в Azure крутится два сервиса, один for proxy, одним словом машина, которая принимает запросы и раскидывает на разные инстансы этой редиса, вернее сервиса. Давайте я продемонстрирую, как это дело работает. Ну, для начала, где-то. Вот эта виртуалка. Под сам Redis Proxy достаточно самая маленькая виртуалка. Он занимает, ну, очень мало ресурсов занимает. Я не помню в размерах, сколько он в процессе занимает. Если ошибаюсь, то что-то вроде бы около 0 гигабайт. Он очень быстро. И очень мало занимает. И также вот мои два кэш-сервиса. Так. Сейчас я тут подготовил. Делать мы будем через клиенты все это дело. Ой, так. Видно? Ну, вроде бы нормально. Первое, вот это тут нижнее окошко, вот это, да, это сама прокси. Я использовал пути клиент, чтобы подконнектиться на Azure Virtual. И по сути я на самом деле и там же установил еще Redis клиент для того, чтобы прямо с виртуалки стучаться с Redis клиента в прокси, а прокси в свою очередь должен там чего-то куда-то отсылать. Вот у нас это прокси, мы сейчас его выполним команду, которая. Блин. Сейчас. Так, вот произошла настройка прокси. Ну, на самом деле выполнил команду запуска, всю конфигурацию я уже сделал заранее. Дальше, чего я хочу сделать. Первое, вот это вот, это клиент на виртуальной машине. Я сейчас отсюда буду отправлять запросы в прокси. Для начала нам надо подключиться к нему. Так как он локально, вот я подключаюсь. Так, вот какой у меня был? 2.2.1. Я к нему вот подключился. И сейчас захочу выполнить какую-то команду. К примеру, давайте зададим ключ. Не знаю, 1Q со значением ASD. Мы выполняем команду, нам говорится ОК, все выполнилось. Сейчас давайте заберем этот ключ обратно. Вернее, достанем значение для этого ключа. Вот там значение возвратилось. Реально мы запрос отправляли в прокси. Теперь давайте посмотрим, куда он эти данные перенаправил, на какой сервер. Для этого надо подключиться. Для начала сейчас. Так, сейчас подключимся сюда. Какое? Подключимся к Azure Redis сервису, к сервису напрямую. Давайте для начала подключимся вот к этому. Это какой-то Azure 2. Для этого нам надо взять имя узла. Дальше пост передаем название хоста, дальше надо указать пароль. Пароль, вот наши ключики. Мы берем основной ключ, копируем. И вставляем. Коннектимся к Redis. Это вот мы сейчас подконнектились к Redis сервису под названием Cache 2. Теперь в другом окошке давайте к другому сервису подконнектимся, чтобы у нас сразу было два подключения на разные сервисы. Указали хост, теперь ключ.
Да, все, теперь мы напрямую подключены к двум Redis сервисам. И давайте посмотрим, куда наш прокси сохранил наш ключ, значение с ключом 1Q. Вот это вот кэш 2, да, посмотрим, тут есть. О, вот он сюда сохранил. Тут смотрим. На этом ничего нет. Давайте теперь введем другой какой-нибудь ключ. Раз, два, три, раз, два, три, 6 иксов. И какое-нибудь другое значение. Так, оно сохранилось. Давайте проверим, тут есть или нет. Я не знаю, сейчас где он будет, потому что там какой-то алгоритм хитрый. Надеюсь, сейчас работает. Так, вот. На этом сервисе уже ничего нету. А на этом есть. То есть это вот два Redis инстанса. И вот наш клиент, которым мы работаем через прокси. Делаем тут запрос на 6 иксов. Отправляется запрос на прокси. Прокси перенаправляет запрос на тот Redis, с которым надо получить данные. Ой, я не эту команду. Да, и вот все работает. Вот таким образом получилось реализовать собственно сегодня шардинг Redis в Azure. И вот так это работает. В принципе, вот это все, что я хотел рассказать, показать. Ну вот, все, всем спасибо. И вот мой e-mail. Если какие-то вопросы там или чего-то, можете присылать. Вот. Ну и да, вопросы я сейчас открыт для вопросов. Давай. Как из Visual Studio работать с Redis Cache? Там сборка добавляется? А, да, я тут начал. Есть такая stack exchange.redis. Тут он многопэкэш, который нужно установить. Он работает с Redis и все типа с ним. Единственное, я не знаю, я не смотрел, поддерживает ли он partition именно шардинг на уровне клиента, про который я говорил. До этого я не смотрел. А каким образом происходит взаимодействие с Redis сервисом на Azure? То есть там, ну, как это конфигурируется? Вот ты слил пакет, да? Да, что-то вроде connection string. Да, connection string. Connection. Да, опять же, так как в консольке я показывал, мы прописываем хост. Указываем, какой тип соединения нам надо, SSL, не SSL, дальше ключ доступа, основной ключ доступа. Он коннектится, и мы можем с ним работать. По HTTP работает? И по HTTP, и по HTTPS, в зависимости от того, какие порты открыты. Еще у меня вопрос последний. Где ты показывал Publisher Subscriber? Сейчас, секунду, открыть? Ну, если можно, да. Конечно. Не в презентации, а пожалуйста. Да? Кого конкретно для сабскрайбера этого паблишера? Сабскрайбера. Да. Это подписка на событие идет, получается, да, просто? Мы подписываемся на канал, то есть мы подписываемся на какой-то канал, ну, с сабскрайбером. И происходит слушание этого канала, и если что-то происходит, у нас вызываются вот эти вот callback'и. А не знаешь, как внутри это работает? Там какое-то событие возникает, или там infinite loop какой-нибудь, который просто все время у нас работает? Внутри клиента это... Со стороны Redis ты вызываешь команды subscribe, и ты как бы можешь получать. Это вот в клиенте. Понятно, он будет. Как они именно поддерживают вот эту всю штуку, вот, ну, я не копался, я не знаю, как он будет работать. Но он работает. Я вижу. А как работает? Немного бэки, подожди. Я вроде бы читал про это. Но я не помню, как происходит именно вот типа определение, какой конкретно callback вызовет. Но я помню, что это читал, но я забыл, честно говоря. Читал, есть документация на GitHub, документация по вот этому Stack Exchange Redis, там это написано, я 100% читал. Либо я тогда смотрел, потому что я какие-то тесты еще изучал. Ну, не, я не вспомню, не пишу рэп. Вот. Ну, какие еще вопросы есть?
Вот, а вы про списки говорили. А сложность доступа к элементу там получается, то есть там связан список или там как массив? То есть к сложность получается от одного или от там m пополам? В случае списка? Да, да. В случае списка, если мы хотим работать где-то там с серединой списка, именно количество времени, которое надо потратить на операцию, если не ошибаюсь, увеличивается логарифмической последовательностью. Количество времени. А так, если мы в начале, то они типа константное время будут держать. Я думаю, как происходит поиск. Спрашивал по хэшу или по всему значению он сравнивает. Просто смещаешь ключ. Я понял. Не знаю. Исходя из того, что они... Нет, я не знаю, даже не буду говорить про это. Как там внутри, вот какой у них алгоритм используется именно для поиска, вот такой, чтобы я не попал. Смотри, а если у нас 512 мегабайт, максимальная длина ключа, и базовый план подразумевает 200 мегабайт, то нам наполовину... Ну, как я говорил, на... он кинет ресепшн. Не сохранит бы что-то. Ну, да, да. Как внутри, вот алгоритм... Может, никто не работал? Я могу пару слов... Если есть время, есть время, если нет. Про шардинг вот еще пару слов сказать. Ну, вообще, мое личное впечатление, я, если честно, ожидал большего от Azure Redis Cache. Но когда я вглубь копал и копал, когда дошел момент до именно серьезных вещей, которые касаются масштабирования вот этой всей штуки, я не говорю о том, что какие-то фичи не поддерживаются. Но я вот чуть-чуть как бы расстроился, потому что он сейчас не поддерживает это все. Но вот я показал, как можно реализовать свой шардинг, но реально на практике, ну, если вдруг кому-то надо, то может такой подход сделать, но реально на практике, когда нам надо делать, то есть это просто шардинг, это не горизонтальное масштабирование. Если надо добавлять либо удалять инстансы, то вот это решение не пойдет. Прокси, они не поддерживают. И также и клиентская роль, она не поддерживает ребалансировки данных при увеличении либо сокращении инстансов. И вот, ну опять же, тут можно, это конечно можно самому сделать, но я также забыл упомянуть, что еще функционал, это можно сделать самому при больших усилиях, но это может занять много времени. И вот в Redis 3 я не пробовал. Но они сделали поддержку кластера полноценного, который и репликацию делает асинхронную, и позволяет делать, и поддерживает и шардинг, и позволяет делать скейминг данных, и при этом ребалансирует все данные, то есть прикидывает, когда надо. И вот, эта версия 3.0. Я думал сначала пробовать настроить этот кластер отдельно в Azure, под существующие Azure Redis сервисы, но потом обнаружил, что они под 2.8 и плюс, а это только в 3.0, и плюс там еще надо, чтобы сервисы были запущены под определенным модом. Поэтому эта опция тоже не ложится, поэтому если кто захочет взять Azure Redis Cache, вы подумайте сначала, для чего вам хотите его использовать. Потому что если смотреть в долгосрочной перспективе, если там у вас ожидается то, что очень много данных может появиться, и вам надо будет делать увеличение плана, то есть количество памяти, то тут вы можете столкнуться с проблемой. Потому что сразу покупать, там, например, на гигабайт или там, на 50 гигабайт, это будет дорого. Ну, это никому не надо. Но в случае с проксами есть такая техника, называется пре-шардинг. Она с Азурой не отработает. Ну, она и отработает, и не отработает. Не отработает, потому что это технически возможно, не отработает, потому что это будет дорого. Почему? Потому что в этой технике делается следующее. Так как у нас Redis нода, single-threaded, и для нее надо одно ядро, мы сразу можем, по сути, они причем, ну, как бы сами Redis, они легковесные, не жирные большинство. Мы можем заранее при старте какого-то приложения взять, к примеру, два каких-то сервера, да, и запустить на одном 25 нод и на другом 25 нод. Сразу настроить прокси, она будет работать, причем маленькие, там, к примеру, каждый там. Я не знаю, ну пусть на гигабайт, да? И при работе приложения у нас сразу же прокси будет работать,
распихивает данные в определенные редис ноды. И когда вдруг нам, и плюс это все может быть на двух серверах, даже на одном. И плюс еще, ну это лазурь уже не получится, еще плюс поддержка даже и сохранение данных. И когда у нас возникнет необходимость увеличивать количество кэша, мы тогда просто эти редис-ноды берем, перекидываем на отдельные сервера, на уровне прокси в конфиге меняем просто другой конфиг. Ой, вернее, другой IP-шник и порты, если надо. И это будет работать. И в итоге мы как бы по необходимости увеличиваем наши мощности, вложения, соответственно, и сразу будет поддержка шарника. Вот. Такая штука. И это позволяет, вот этот Web Proxy позволяет реализовать такую штуку, потому что они используют consistency hashing, вроде бы алгоритм такой для именно распределения данных по разным сервисам, который позволяет именно выделять какие-то ключи для маппинга, которые являются ключевыми для распределения данных. И когда мы формируем конфиг для прокси, там у нас указано, я не знаю, могу показать, ну ладно. Там, короче, указывается IP-шник сервера и рядом название типа сервера. Сервер 1, сервер 2, сервер 3. И это нам позволяет, и вот эти ключи это и являются вот этими составными частями, которые участвуют в маппинге на какой-то конкретный сервис. Соответственно, когда мы подменяем IP-шники, распределение, ребалансировку данных делать нам не надо, потому что как бы, по этим ключам будет определяться, какой конкретный сервер надо дергать, а под этим сервером, названием сервера, задержать уже другой IP-шник. Вот такую штуку можно применять, но с Azure это не работает, потому что это не то, что работает. Поэтому вот такая вообще информация. Еще вопрос. Вот вы сказали, что только с консоли доступна конфигурация, а через API тоже? Не. Мне пришлось так, короче, извратиться. Вот, потому что я что-то настраивал GUI на Linux, и у меня не отработал. Валились какие-то ошибки именно, когда я в курсе залезал. Я не помню, какие там команды используют, но в общем я запускал команды, которые инсталлировали на виртуалку Linux определенное ПО, которое позволяет запустить UI. У меня это не получилось. Нет, это понятно. Я имею в виду, что конфигурация Azure Redis. Да. Вначале в самом. Они ограничили полностью конфигурацию только через портал. Да. Это ясно почему. Потому что они сами контролируют все. Понятно. Но через Azure API там, или через Azure API. Нет, еще закрыто все. Они заблокировали. Для этого есть команда конфиг, она полностью заблокирована. А ничего не получится. Не через Redis Client, который консольный, ничего не получится. Через PowerShell, не знаю. Ну, вот через PowerShell. Если исходить из того, что вот команда вот эта конфиг, она полностью заблокирована, то кто-то будет. Нет, может конфиг самого Azure. То есть можно ли скриптом поднять Azure-овский инстанс? Ну, или... Redis, да. Redis. На виртуалку просто саму поднять? Нет, на самом деле. Redis. Через PowerShell. Для этого надо знать IP-шник инстанса, который где-то спрятан, и нам уже не дается. Я помню, смотрел как-то доклад этого человека, который... Смотрите, вот можно через PowerShell создать новый инстанс, так? Ну, там, Windows, там, Linux, не важно. Вот то же самое можно ли сделать с Redis? Если готовы центреты, которые нам поднимают виртуалку с Redis'ом, я не смотрел, если готовы центреты, но развернулся, конечно, без проблем. Ну, то есть... Вот эту всю штуку, вот, которую я сейчас рассказывал, да, я говорю про именно готовые Azure Redis сервисы. Да. А именно сами Redis. Так мы и говорим про управление Redis сервисом. Управление Redis сервисом? Запустить его, создать, сконфигурировать. Ну там доступны конфигурации. Вот эту штуку, вот я не знаю, честно, я не смотрел. С порталка. Они вроде бы готовятся какой-то, я не знаю, просто для того, чтобы через PowerShell это все сделать, все, что мы сможем делать, это чтобы нам какой-то REST-клиент доступен, который мы будем дергать. Потому что такие IP-шники инстансов, где развернуты именно Redis, они спрятаны, и, соответственно, куда отправлять команду? Нет, может там есть list all Redis services. Я рассказывал, что я как-то смотрел конференцию чела одного там давно, который, короче, вроде бы основатель Azure Redis сервиса. И у него на портале были инстансы. И он мог их прибивать, показывать, как работает репликация, как заменяется все это. Я сколько времени потратил, я не нашел. Они именно скрыли этот функционал, наверное. Подумали, что зачем давать больше, чем надо. То есть дают, вот, ребят, вот юзайте, мы сами отвечаем за конфигурацию, и вот это все запрещено.
Вот поэтому я не нашел. А если бы я нашел, смог как бы вот увидеть хотя бы API-шку, тогда, возможно, мы смогли бы чего-то делать, если бы у них на уровне самого инстанса не было блокировки только команды. Поэтому... А еще вопрос по этому прокси. Да, там. То есть если один инстанс, ну, там, один Redis отваливается, он все хэши там ну, складывает, да. Или теряет, или неизвестно. Есть там прокси, не помню, как называется, которую можно строить, ну, включить там в трубку, грубо говоря, да, и если какие-то ноды отваливаются, он туда не будет смотреть и перенаправлять запросы на сохранение именно данных в другую. То есть он удалит как бы из кейм-апа этот сервер на этот период. Какая штука есть? Есть Azure Command, типа New Azure Redis Cache, Get Azure Redis Cache. Да, но это значит получается только со стандартом. Ну да, в таком случае, наверное, в Redis Client, да? Потому что напрямую, я просто подумал вопрос именно напрямую в бизнес. Мы, ну, на них получается. То, что, возможно, сделали готовые сантриеты, которые работают по REST-у, либо работают через Redis Client, вполне возможно. А по ценнику что будет дешевле? Виртуалка с Redis или Redis как сервис? Когда открываешь нас, да? Я понял, но можешь сравнивать. Мы можем прямо сейчас посмотреть. А ладно, потом. Лена, по идее, должно без виртуалки быть дешевле. Честно, кажется, что я буду дешевле. Потому что, блин, сколько... Ну ладно, я пацанов не помню, но он не дешевый. Мы можем, ну, либо можете дома посмотреть там. Но ты должен понимать, что если ты сам это делаешь, то тебе надо будет настраивать инфраструктуру для репликации. Ну да, у тебя больше возможностей. Ты можешь туда полноценный кластер установить и все это дело настроить, чтобы будет работать. Но для этого надо очень поработать. Ну и, соответственно, автоматизировать. Ну и там еще вокруг эту штуку можно еще улучшить тем, что вокруг. Ну, если у нас прокси отвалится, то, соответственно, тоже у нас все разломается. Мы, соответственно, тоже можем несколько проксей создать, и можем Игоря доклад скачать, посмотреть, как настроить там. Ну, тут не трафик менеджер, а форм баланса надо ставить вокруг этих виртуалочек, который будет именно распределять запросы на разные прокси, а прокси строить на разные DNSS. Тем образом, можем повысить availability всего решения этого. Но это если самому делать. На виртуалках, да, это сработает. На Azure Redis сервисах. Надеюсь, потом. Если честно, ну, не понял, почему они просто не взяли линуксовые машины и почему они не взяли туда и не установили Redis 3 там, с классом, с этой фигней. А, я бы еще вопрос. Где-то я слышал, что они AppFabric уже рекомендуют как бы заменять вообще Redis. Скоро их поддерживают. Что за такое? AppFabric это против есть данных, такое, да? Они... AppFabric? Ну это кэш, это Microsoft-овский. Нет, Microsoft-овский. Это шарик кэш? Да. Он уже вообще все дебрикет. Ну да. Все. Вот три, вот, которые я показал, вот они как бы и то. Пишут, что Managed Service Cache. Вот мы как бы типа сделали вам Redis, мы заколебались там с проблемами бороться. Вот есть готово, мы попробуем это запустить. Но исходя из того, что они еще гранчи наложили, я не понял, почему это сделали, но... Не знаю, это видно внизу, хер его знает. В общем, пишут, что Managed Service Cache, они тоже, возможно, уберут. Есть отдельная статья, типа, где mapping фич Managed Service Cache на Redis, как это сделать, если не поддерживается, и как, типа, ну, по мигрированию данных ничего. То есть это правда. Миграцию делать самому ручками писать чего-то, нет никакого механизма. И по in-roll кэшу они вот даже заявили, что, возможно, это дело тоже уберется. Поэтому да, но с головой кидаться сейчас, ну он сырой сейчас, да. По моему мнению, он сырой, но для Серёги, ну может кто не знал, Twitter, ну сколько там, я не помню сколько там, ну там много функционала на Redis, да. Но там вот именно, ну там Redis как кэш, у них отдельно как бы есть дата-центры, которые как все это дело синхронизируют, сохраняют. Вот. Типа такого решения в Азоре сейчас как бы делать, ну именно с помощью Redis, Azure Redis Cache. Можно заканчивать, еще пару человек хотели... А, да, без проблем. А, ну все, всем спасибо. Лучший вопрос, который вам больше всего понравился? А я не запоминал. Заберите себе. А,
сейчас я придумаю, сейчас. Ты больше всех задавал, там. Походу, Женя, наверное, сам не сделал. Я уходил, да. Я трубу подарю. Есть уже? Не, я друг. А, ну тогда вот вам. Так, так и делается. Ура! Спасибо. Так, ну что, мне тогда надо... Да? И забирать снова, да? Мы не забираем вот такое же уровень, потому что пешки не кажется. Кто посмотрит, кто хочет? Далее сцену, а... Да. Сейчас, первый.